Барухата Адонай Лухену Мелахалам Шарбархабану Миколь Гемим Венаталану Торато Барухата Адонай Нотен Хатора. Благословен Ты, Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Амен. Друзья, мы счастливы тем, что Господь позвал нас на свой праздник, который есть Шаббат. И счастье в том, что мы откликнулись, потому что многие люди, их тоже зовут, они не откликаются, друзья. Но мы откликнулись, и да благословит тех людей, которые ждут своего времени. И спасибо Господу и за то, что Он нашел ключик к нашим сердцам. Сегодня мы изучаем отрывок Торы, который называется «Корах». Это Бамидбар, числа, глава 16 и 18. 16, 17, 18 главы. Ну, уже по названию вы понимаете, да, Корах или Корей, о чем здесь идет речь, и таки мы будем говорить о нем в том числе. Вот, краткое содержание. Восстание левита Кореи, сообщников из колена Рувимова против Моше и Аарона, наказание землетрясением, огнем и поражением. Народ, видя поражение Кораха, его сообщников, не вразумился, все равно начал упорствовать и дальше требовать своего. Поэтому Господь подтвердил право Аарона быть главой колена Левиина и священствовать рассветшим жезлом. Перечень обязанностей, прав левитов и священников и принадлежности им десятины Израиля. Ну, раз мы изучаем Тору, конечно, мы дадим слово ей, да? Вот, что Тора нам говорит. Итак, начнем с первых стихов 16 главы, с самого начала. «Корей, сын Изгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дофан и Аверон, сыны Элиава, и Авнан, сын Фалефа, сына Рувимова». Смотрите, здесь всего несколько, допустим, от Корея до Левия всего несколько поколений. То есть мы видим, что здесь, ну, даже если говорить о годах, да, не 400 лет. Ну, так, это просто к слову, чтобы вы понимали, да. Вот. «Восстали на Моисея и с ним на сыном Израилем 250 мужей, начальников общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея Аарона и сказали им: полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Ой, Моисей, Моше, услышал это, пал на лице свое, он был крайне расстроен, пал на лице свое, значит, он, ну, это высшая степень расстройства, да, руководителя народа. Почему эти слова так глубоко тронули Моше? И почему поступок, вернее, так тронул Моше? Ну, потому что он знал, чем это все закончится. Он был мудрый руководитель, ну, и в отличие от народа, он делал выводы из того, что происходило с народом. А происходило, вот если мы чуть-чуть посмотрим назад, да, следующее. Вначале, ну, была стоянка возле Синая где-то год и два месяца, потом народ пошел, тронулся в путь, и буквально через три дня началось. Вначале стали роптать на Господа, и он истребил край стана. Потом пришельцы стали обнаруживать прихоти вместе с ними и сыны Израилевы, и плакать, что у них там мяса нету, лука, ну, короче говоря, всех овощей таких, к которым они привыкли в Египте. Вот. И Бог накормил их перепелами, ну, и поразил весьма великой язвой. Не успели похоронить умерших, тут приходят Мариам и Аарон и требуют своей доли в управлении народом. Значит, ну, ситуацию это знаете, только это закончилась ситуация с 12 соглядатаями, один вал просто. И вот уже, ну, вообще бунт, натуральный бунт. Пришли люди, да, и говорят: Моше, в чем дело? Мы же такие, как и ты, мы же тоже можем и
священное действие исполнять и, соответственно, и управлять народом. Вот. И Моше понимал, чем это дело может закончиться. Ну, ситуацию мы хорошо знаем, поэтому я не буду анализировать, как бы кто такой Корей, да, там, Корах, хотя это очень интересно, там, и кто такие вот эти вот, и почему там, и как это было на самом деле. Давайте мы посмотрим, что само Писание, да, что само Писание, как само Писание, оно комментирует эту ситуацию. Вот. И в этом нам поможет Евреям 3, 7 по 11 стих. Итак, как Бог, да, или как Писание рассматривает эту ситуацию. Читаем Евреям 3, 7. «Почему? Посему, так, ну поэтому, так говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения у пустыни». Ну, здесь говорит, здесь как бы собраны воедино, ну, все виды ропота, там, бунты там и так далее, да? Здесь как бы в одном этом стихе говорится о всех этих ропотах, которых мы перечислили, их было много. «Не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота». То есть внешней причиной бунта, ну, был ропот еще, ропот был под бунтом, да, когда они пришли, сначала был ропот, обсуждения какие-то. Оказывается, оно глубже еще, если мы посмотрим, Писание говорит, было ожесточение сердец. То есть сердца, они ожесточились и стали упорными такими, знаете, и человек уже ничего не слышал, они слышать не хотели, потому что когда Моше там позвал, и, значит, этих людей из колена Рувима, говорит, приходите сюда, не пойдем, стояли такие, набычившись, понимаете, не пойдем. Кто ты такой, чтобы звать нас, в конце концов, понимаете? То есть они были очень ожесточены. Но оказывается, была еще более глубокая причина, чем ожесточение. Что причина ожесточения, была еще одна причина, да? И в 10 стихе мы читаем. «Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердце». О, да, следующий уровень. То есть анализируется эта ситуация, почему вот эти ропоты, которые не только тогда были, да они, в общем-то, в Божьем народе они постоянно сопровождают все 3500 лет Божий народ. Ну, в той или иной степени, когда и не в каждой общине, ну, бывают такие вещи. Вот. Итак, непрестанно заблуждается сердцем, а еще глубже, не познали они путей моих. Еще ниже заблуждения сердца, не познали они путей моих. Вот. То есть людям, то есть на самом деле, да, вот в основе всего идет заблуждение сердца. То есть люди, они неправильно думают о какой-то ситуации, они ее неправильно анализируют. То есть им кажется, они-то уверены, что они правы, но на самом деле они не правы. Понимаете, потому что, то есть они заблуждаются сердцем, ну, то есть внутренним своим человеком, они дают оценку внешней ситуации своим пониманием. А почему так происходит? Вот, они не познали пути мы, то есть они не понимают, почему Бог так действует. Понимаете, это мы уже говорим предпоследнюю ступеньку, ну, всего того, что происходило, потому что на последней ступеньке, если мы начнем разбираться, Моше в одном из стихов, это исход 33:13, он говорит, ну, молится Богу, говорит, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Понимаете? Вот. Значит, то есть он говорит, Моше, он связывает вот это вот познание Бога с познанием его путей, почему он так поступает. То есть в конце концов, да, в конечном итоге, да, мы видим на самом донышке, любого ропота, бунта, там, всякого противления там, и так далее, лежит незнание характера Бога, непонимание, почему он так происходит, ну, вернее, почему он так поступает. Вот. Мы-то думали, что будет вот так, хорошо будет, мы будем в шоколаде, мы дойдем до земли обетованной там 2-3 недели, и все будет хорошо, А вы нас не довели. Они уже забыли, что они роптали, да, что их из-за 12 оставили 40 лет. Они уже все это забыли. Они говорят, это вы, Моше и Арон, это вы нас не вывели. Вы виноваты. Но вы, ну, в конечном, я вот еще раз говорю, все-таки я хочу, чтобы мы обратили внимание. Но в итоге непонимание Бога, непонимание того, вообще кто он такой, почему он так поступает. То есть многие, понимаете, делают себе из Бога некого идола. То есть они берут какую-то сторону его характера, да, и говорят, Бог он такой, он только милость. Да он только милость, что вы мне говорите? Он сплошная милость. А огонь поедающий, вот, вот в этой ситуации.
Да нет, вы не понимаете, это было тогда, он изменился, он уже другой совершенно. А в Откровении мы читаем, будет суд. Ну, не знаю. Понимаете, да? То есть, когда мы не понимаем, что Бог, Он и милующий, и любящий, Он Отец, Он заботящийся, да? Ну, это же тот же Бог, который не любит грех, который не любит этот ропот, бунты, которые исходят из непонимания Его сущности, да? Вот, таким образом, вот оно, что в основе всего вот этого дела. Просто незнание Бога, Его характера, непонимание, почему Он так поступает вот в данной ситуации. Почему нам плохо сейчас? Не анализируют. Моше проанализировал, поэтому он сразу моментально пал на лице твое. Он понимал, в чем дело. И еще пару моментов, на которые я хочу остановиться. Корах и его сообщники, по большому счету, они хотели демократии. Вы знаете, Тора, ну вообще, Библия, она не против вообще-то демократии, но, может быть, вы будете удивлены, но Бог не ставит демократию как преобладающий принцип руководства своим народом. Вообще, геть, взагали. Ну, да, элементы вносятся. Недавно вот мы изучали, смотрели, ну, была глава Итро, помните, да? И Бог, он привлек, ну, говорит, ну, тебе нужно вот демократия, давай, значит, 70 человек, я их помажу, возьму свой дух на тебя, да, и они тоже будут помогать тебе в управлении. Демократический элемент. Но, тем не менее, руководил-то Моше, руководил Аарон. А ребята пришли с хорошим принципом. Опять же, даже комментаторы Торы, они не против этого принципа. Они говорят, да нет, они вроде бы правильно, только не вовремя и не к месту, потому что Бог уже сказал, будет так, священство будет за Аароном. Ребята, чего вы пришли? Они говорят, да мы можем. Ну, что там, кадильницы покадить? Что, мы не сможем кадильницы покадить? Сможем. Мы такие же, мы из того же народа. Ну, Бог же сказал. Ну, а правда ли, что сказал Бог? Это правда вообще? Может быть, может быть, можем. Ну, Моше говорит, ну, давайте попробуем. Берите кадильницы, выходите, и мы посмотрим. Они взяли кадильницы, вышли. Бог их попалил, будучи любовью. Ну, это любовь к его народу, чтобы не было бунта и ропота. Это тоже любовь. А кадильницы раскатали в пластины и обшили жертвенник, дабы все помнили, и левиты в том числе помнили, глядя, вот этот листочек, он какого-то, значит, из сынов Кореевых. Вот. А как Бог управляет, если вот не, допустим, не демократическим? Все же привыкли, демократия, собрались, долго голосуют, бьют друг другу лица, вот, а потом что-то таки решают, как правило, не очень хорошие и не полезные людям. Да? Бог управляет через своих поставленных служителей. И там есть слова такие, Бог воздвигает, избирает, привлекает, поставляет служителей. Каким образом? Ну, он находит, каким образом. Многие прошли, практически все прошли курсы, классы наши общинские. И вы знаете, что ну, у Бога есть определенный путь поставления людей служителями. И все должны быть служителями, ну, в той или иной степени. Не все, может быть, будут пасторами, учителями, но служителями могут быть все. Написано, дары они у всех есть. Аминь? Да? Вот. Поэтому у Бога есть возможность управлять своим народом. Вот. И как бы последнее вот уже из этого, из этой темы, он не просто поставляет служителей, он находит возможность обеспечивать их служение. И здесь целая глава посвящена в том числе десятинам, приношениям, каким образом священники питаются в святилище, как левиты питаются, каким образом организуются и за чей счет, за счет народа, сразу говорю, за счет десятин, приношений, других, короче, видов приношений, сейчас уже как бы и не это, да, есть, ну, я насчитал 4 вида, как бы, того, что мы приносим в дом Господень, вот, значит, таким образом, это заповедь Божия с самого начала, изначально, которая дошла и до сего времени, ну, мне скажут, ну, сейчас же не закон, ну, да, не закон, но есть что-то выше, закон любви, это вообще-то закон или нет, то есть, если там велик, детоводителям вели ко Христу, да, говорили, вот ты должен. Ты что, не понимаешь? Ты должен. А здесь уже привели нас сюда, да,
Мне говорят, да вы уже вообще-то взрослые, вы понимать должны, что о доме заботиться надо, друг о друге заботиться надо, о погибающем мире заботиться надо. За чей счет? За ваш счет, за мой счет, за наш счет. И да благословит нас в этом Господь. И что, знаете, все-таки завершить я хочу вот эту такую печальную нотку на хорошем, понимаете? Потому что вот мы сегодня пели 62-й псалом, да, вот последний, да, но сыны Кореева, оказывается, они не все погибли. Там, видно, какая-то часть, она не пошла за своими руководителями, они понимали, что, ну, что происходит, да, они остались. И вот 41-й псалом почти один к одному то, что мы пели, да. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Господи». Аминь. Вот, пусть оно будет так в нашей жизни. И мы всегда давайте помнить уроки вот этой ситуации, которая случилась 3500 лет назад. Но она до сих пор она актуальна, потому что... Последний буквально чуть-чуть. Потому что, знаете, иногда люди приходят, и они говорят, ну а зачем нам, например, служителя? А давайте мы сядем в кружочек, Иисус посередине, и мы все будем священниками. И пытались, и в наше общение несколько человек тоже пыталось, понимаете? Но результата мы не видим. Почему? Ну, не от Бога. Потому что у Бога, у него другой план. Он по-другому мыслит. И надо вот это понимать. Отсюда надо идти. Его сердце, его пути. И пошло. Да. Да благословит вас Господь. Евахеха Дунай, ваишмагеха, Евахеха Дунай, панавлаха, вихунеха, Иса Адонай, панавелеха, весемлеха, шалом, бешем Ишу Машехейну, и каждый скажет аминь.